Всем привет, это обзор Atmoporg и я Трэш. Большинство из вас, скорее всего, слышали о великолепном раннере Spirit Run. Так вот, разработчики из Retro Style Games решили пойти дальше и выпустили аркадный мультиплеерный раннер из той же вселенной под названием Spirit Run Multiplayer Battle. Да, как вы, наверное, догадались из приставки к названию, теперь вы сможете бегать вместе с друзьями. С самого запуска игры вы оказываетесь в команде из четверых реальных игроков, а уже секунду спустя вы мчитесь по уровню, сражаясь за победу. Самое прикольное, что это вас ни капли не смущает, и вы сразу же понимаете, как играть. Все потому, что управление невероятно простое. Все, что от вас потребуется, это тапать по правому углу экрана для двойного или одинарного прыжка. А тапом в левом углу вы используете бонусы, о которых мы поговорим чуть позже. Ваша задача — пробежать сквозь сотни преград и ловушек до финиша первым, попутно собирая души и кристаллы. Это местная валюта, зарабатывать которую можно не только при забеге, но и выполняя интересные квесты. Заработав достаточно душ и кристаллов, вы сможете зайти в магазин и придать индивидуальности своему персонажу. На ваш выбор предоставлены сотни нарядов и головных уборов, от невероятно крутых до забавных. А при желании можно и вовсе сменить персонажа на животное или даже каменного голема. Ну и конечно же, любой наряд будет неотразимо смотреться на вашем герое. Для того, чтобы подключить к этому безумию друзей, вам достаточно просто создать комнату или войти в существующую. Играть с друзьями, конечно, невероятно весело. Но даже не великолепный мультиплеер и огромная кастомизация делают эту игру затягивающей. У разработчиков получилось сделать динамическую игру с отзывчивым управлением и клевыми бонусами, благодаря которым ты никогда не будешь бежать в хвосте, не имея возможности на победу. По всей карте разбросаны бонусы, подобрав которые ты сможешь победить в гонке хитростью. Есть огненные черепа, проносящиеся по вертикали вдоль всей карты, сбивающие все на своем пути. Есть капканы, расставив которые позади, вы задержите соперников. Есть также бонусы на скорость, полет, защиту и многое другое. Само собой, подбирать бонусы может каждый, так что борьба за первые места и души будет ожесточенной. Благодаря продуманному балансу и бонусам, ты никогда не знаешь, чья лошадка придет первой. И идущий впереди может в самый неожиданный момент прийти последним. Spirit Run — это невероятно веселый раннер, выделяющийся на фоне остальных благодаря возможности игры с друзьями. А наличие приятной графики, простого геймплея, разнообразию кастомизации, клевым персонажам и бонусам — Spirit Run Multiplayer Battle подарит незабываемый игровой опыт в жанре мобильных раннеров.